Наши соседи из Республики Мордовия заинтересованы в продукции ульяновских автотранспортных предприятий. Буквально пару месяцев назад на рынке появилось новое производство «Автодом». Цех больше 15 тысяч квадратных метров. Здесь собирают и укомплектовывают сразу несколько видов транспорта. Бронированные автомобили инкассации, а также спецназначения для оперативных служб МВД, ФСБ, МЧС. В ближайшее время по программе Минпромторга ожидается запуск более 300 машин скорой медицинской помощи. Что УАЗ себя надежно зарекомендовал, это полноприводный автомобиль, который подходит для труднопроходимых и в том числе и для городских условий. Новый модельный ряд на базе УАЗа «Профи» – это комфортабельные машины как для работы водителей, так и медицинского персонала. Коллегам из Мордовии представили и автобусы средней вместимости. Эта модель рассчитана на 50 пассажиров. Компоновка сидений позволяет не загружать проход. Это удобно в часы пик, когда пассажиропоток удваивается. Машина оснащена пневматической подвеской. Это позволяет автобусу подниматься и опускаться на остановках. Обновленные «Симазы» уже курсируют по Ульяновску. Эта машина достаточно современная с точки зрения компоновки, комплектации. Эта машина комплектуется современными климатическими установками, валидаторами, то есть бесконтактной оплатой. Это тоже большое преимущество для пассажиров. Машиностроение – ядро мощного промышленного комплекса региона. Легенда этой ниши – Ульяновский автомобильный завод. С него ежедневно сходят десятки единиц внедорожников, коммерческого транспорта и обновленные спецверсии. Однако это не единственное направление, в котором область зарекомендовала себя. Заключено сразу несколько соглашений о дальнейшем сотрудничестве и в других сферах. Нас интересует продукция для молокозаводов, которые выпускают предприятия республики. Нас интересует более тесная кооперация с предприятием «Русхиммаш». Это лидер в стране по производству вагонов, это тяжелое машиностроение. Самое главное, мы удобно расположены друг к другу. Логистика понятная, специалисты понятные, мы друг друга знаем. То, что не знаем, вот я сегодня с презентации видел, это, наверное, в том числе и наша работа. Просто друг другу сблизить. В этом году после ухода западных компаний освободилось сразу несколько ниш, которые могут заполнить отечественные производители. В этом плане дружеская кооперация – отличное подспорье. Если говорить о цифрах, в прошлом году заключено 223 договора с хозяйствующими субъектами Ульяновской области, по которым поставлена продукция более чем на 16 миллиардов рублей. Сотрудничество выгодно для обеих сторон. Отдельная номенклатура – это кабельная промышленность республики, химические изделия, резинотехнические изделия. То есть номенклатура достаточно широкая по разным отраслям. Плюс мы увидели ниши в живом посещении уже, о которых мы не задумывались. В частности, у нас есть крупный фанерный завод, и мы видим, что коллеги используют данный вид продукции. Здесь мы, я думаю, можем предложить конкурентные предложения. Еще одно перспективное направление – сотрудничество развития туризма. В планах организовывать встречные туристические потоки, создавать новые интересные для гостей регионов маршруты. Александра Никитина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.